Авдееву Евгению Владимировичу, помощнику начальника караула 12-й пожарно-спасательной части. Андрюшкину Артему Николаевичу, пожарной 12-й пожарно-спасательной части, сержант внутренней службы. Марцеву Евгению Викторовичу, начальнику 12-й пожарно-спасательной части. Куклину Роману Олеговичу, пожарному 12-й пожарно-спасательной части. Награждается Иволенко Алексей Анатольевич, заместитель директора, старший оперативно-дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. Награждается Хавронин Андрей Владимирович, директор единой дежурно-диспетчерской службы города Назарово. Балабаев Роман Сергеевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Назаровский, капитан полиции. Награждается Дорошенко Юрий Сергеевич, оперуполномоченный отдел уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Назаровский, капитан полиции. Халов Александр Викторович, директор Назаровского завода ТИИ. Награждается Губанов Виктор Александрович, управляющий филиалом акционерного общества «СУЭК Красноярск». Разрез Назаровский. Горнушкин Евгений Владимирович, директор транспортной строительной компании. Бурными аплодисментами приветствуем Молчанова Александра Прохоровича! Щербина Павел Владимирович, главный специалист муниципального бюджетного учреждения управления городским хозяйством. Также награждается семья Зыкиных Игорь Михайлович и Ирина Васильевна. К сожалению, Игорь Михайлович находится на своем рабочем месте в операционной. Но Ирину Васильевну мы приветствуем бурными аплодисментами. Ну что ж, дорогие друзья, фото на память!